февральские грибочки не желаете? Грибы из февраля, Калининград. Здесь вот старая немецкая речка, ее тут взбодрили, видите, ее расчистили, чтобы мелиорация была. Просто можно идти глазами визуальной находки там до этого. Правда, немножко, конечно, современная была. Какая-то немецкая приспособа. Стекло. И любителям стекла. И я люблю такие находки. Смотрите. Наверху. Что это? Это пробка. Надписей нету, но это пробка. Сейчас посмотрим, комрад что-то там говорит, нашла штуку. Пустая пробка, да? Ну и что? Начало открыто. Начало копательного сезона. Думаете, почему довольное лицо? Да потому что весна. Весна пришла, градусов 14 за бортом. Очень жарко, очень тепло. Весна идет, весне дорогу. Наконец-то я схватился за лопату, за свою любимую лопату. И она там, вот она там, лопата у меня с металлоискателем. Там уже находка, которую сейчас буду вам показывать, буду снимать. А все находки, а потом самое лучшее вам показывать из того, что сегодня попадется. Вот. А, наконец-то все пошло. Опять пошло мое хобби. Немножко себя утешал зимней рыбалкой со льда, но тоже любитель зимней рыбалки. И вообще рыбалки. Раньше очень сильно много рыбачил, много всяких снастей, и как бы все я имел. Привет передам. Передам привет. Канал называется «Свой». Шикарный контент. Отец с сыном снимают канал обо всем. Сначала по копу к ним перешел, там с металлоискателем тоже сначала. Ну, а потом смотрю, они всякие поделки делают, там выращивают всякие прибамбасы, эти лайфхаки, которые вот даже я никогда и не знал. То есть очень полезный канал, информативный, широкий спектр всего. Обязательно подписывайтесь. Ссылочку оставлю в описании. Не пожалейте, ребята очень общительные. По комментариям, если вы с ними будете тоже поладить и будете прям хорошо общаться, как я. В общем, подписываемся на них. Ну и как обещал, сейчас показываю находку. Ну как бы зафиксировал. Находка по немцам, по следам Великой войны. Показываю. Ну не настолько она интересна, как бы вы все ожидали. Надеюсь, вам сейчас будет видно. Мне не особо. Это пуговица солдата Третьего Рейха. Алюминиевая, называется «Ежик». Сейчас ее немножко почищу. Посмотрим, что там у нее за клеймушки. А так, ну как бы зачетная пуговица, я бы сказал. Надеюсь, видно. Смотрите, красотища какая. Разделились на две команды. 50 на 50. Половина из нас ищет верховые находки. Посмотрим, что по верховым. И у нас команда поисковая «Бульдозер». Сейчас покажу уже, какая глубина у «Бульдозера» буквально за 10 минут. Из находок пока гвозди, но обычно таким усердным дед хабар больше должен подкидывать. Сегодня посмотрим. Сейчас, ребятки, просто яму продемонстрирую, как вот поисковый отряд «Бульдозер» просто херачит. Ищем со дна, именно за самыми ништяками. Сколько надо сил? Ну что, будем ждать результатики. Короче, вообще жарище, пришлось даже верхнюю куртку снять, отстегнув. В этой вообще, короче, тепло. Как я вообще кайфую сегодня, вы даже не представляете. Не, вы представляете, но будете представлять, он копает, дождется своей весны, будет то же самое кайфовать. Это вот такие ощущения, даже просто если ничего не попадается. А если еще будет попадаться, то вообще вдвойне такая эйфория. Сейчас показываю, короче, там сигнал, ничего интересного, но, короче, впечатлим. Интригу еще сейчас. Для любителей стекла сейчас сюжет будет посвящаться. Ну и надеюсь, что мне это правильно что-то попадет. Ну, короче, вон, по бугру хожу, наверху стояли немецкие дома, там деревня или усадьба была какая-то. Короче, на металлоискатель я вызвенел какую-то хрень тут. Вот это же? Да, ну, шрапнель. Вот здесь. А вот так вот раз, ниже. А тут, короче, лежит какая-то
емкость. И вот давайте я решил заснять, испытать интригу вместе с вами. Что это за бутыль? Кому она принадлежит? Вот уже, короче, надписей никаких не вижу. Но это не факт, что это она. На дне тоже. Не, на дне что-то. Не, на дне виднеется надписи. О! Слушайте, еще и целенькая, повезло. Повезло, бутылка целая. Не знаю, брать мы ее будем или не брать. На дне все-таки есть надписи. Хочу просто ее идентифицировать. Кому она относится? Наверное, вам не будет видно. На ней еле-еле просматривается, может быть, как-то так. Вот, немецкий, 22-й год. Осл, КЛЗ, 7. С клеймышком бутылочка. Не, давайте-ка я ее возьму. Че она? Все-таки не немец. И форма тоже нестандартная. Пусть будет, стоит в моем музее по стеклу и стоит. Ну че, хоть... Вообще кайф от копа. Еще какие-то находки беру. Ну, я бы сказал, такой интересный склон, то ли он не битый, то ли что, тут вот пуговица, вот я бутылочку нашел с каким-то сигналом непонятным, потом там была пуговица с подштанников, вот следующий сигнал конская, от конской сбруи, но мне это не надо. Сейчас, наверное, еще чуть покручу здесь, может, пошурфлюсь даже, копаем дальше. Вот там куча гильзк, где-то они лежат, не стал. И вот такой симпатичный зацепчик от противогаза немецкого. Упал. Ищем дальше. Так, давайте сейчас попробуем заснять. Может, идет очень хороший, мощный цветной сигнал. Именно цветной сигнал, откуда я вытащил прягу от противогаза. Вот я его сейчас вначале хочу заснять, а потом еще получится выкопать. Сейчас надо копать осторожно, будет, может, все что угодно. Потому что на глубине даже. Да, короче, одолел. Алюминиевая штучка, я сейчас не помню. Чё к чему? А тут что-то внутри, что ли? Вот тут что-то внутри еще, смотрите-ка. Дайте-ка я попробую разобрать, что-то внутри вот это. Ну, короче, ту штуку разобрал внутри, там какой-то, видать, или запал, или детонатор, видать, какая-то или дымовая шашка, или что-то такое на нее. Продолжаем дальше собирать противогаз по частям. Продолжаем собирать. Рожу свою позагораю, наконец-то, солнышко, солнышко. Накопал там эти запчасти от противогаза, сейчас вышел на какую-то мусорку, сейчас покажу. Верховая находка руками. Листву собираюсь, вроде там осколки, там раз, фига, блин, находка, блин. Вообще, короче. Опять, короче, сюжет. Ну, это, видать, уже кто-то копал. Вон всякое, смотрите. Приблуда, моблуда, еще, оказывается, можно после таких копателей еще найти еще и находки. Я говорю вот об этом. Это еще немецкая пробка, а еще и с надписями, смотрите. Ахахахахаха. Ай-яй-яй-яй. Сейчас я давайте об колешку подтеру. Вот так вот, короче. После каких-то копателей мы еще имеем Кёнигсберг, Манзани, Гелиспана, мобильный телефон опять. Блин, ну тоже обожаю такие штучки. Пробка вроде, ну, керамическая. Так, пивасик. Так, попробую здесь, короче, немножко закопаться, посмотреть, что к чему. Может, еще что-нибудь кто-нибудь пропустил. Но она не звенит. Это как глазами можно видеть. А ее увидел глазами я, любителем стекла, посвящается. Я тоже обожаю. Вторая пробка верховая глазами. Ну, в общем, у поискового отряда бульдозер находка. Любителям стекла, а я знаю, такие есть у меня зрители. Посвящаем вот такой вот фуфырик прекрасный. Ну что ж, следим. Поисковый отряд бульдозер. Ну что, ребят, скажу, что поисковый отряд бульдозер что-то делает свои, это, нагибает нас всех верховых. Вот это вторая бутылочка, которую он сейчас при нас обнаружил. До этого я покажу первую. Слушай, а можешь копать в эту сторону, не туда, а вот сюда? Сейчас мы, короче, достаем, пытаемся, надеемся, что хоть бы целое. Что, ребят, весь процесс снимать вам или нет? Интересно.
Давайте веса, потом веса, потом я его, если что, обрежу. Ну, первая бутылка вообще шикарная. Сейчас буду меняться. У меня что есть с собой? Сапоги у меня есть. Сахари. Носки я чистые одел, можно. Металлоискатель не... Блин, опять здоровая бутылка, но у больших мало, что надписей много быть. Ну, по стеклу видно, что немцы, короче. Процесс извлечения. Давай, давай, родим. Целая есть. Под шнапс. Надписи. Вот. Во-первых, дно характерно для немцев. Денис, покажи. Глубоко. Вот видите, глубокое дно. Это абсолютный немец. Бутылка под шнапс. К сожалению, надписи нет. Ну что ж делать. Все равно экспонат шикарнейший. Смотрите, как дно видно насквозь. Под шнапс бутылка. Сейчас показываю их предыдущую бутылочку. Они, короче, тут сегодня погнали. Надо их смотреть, какой фуфырик. Здесь вот маркировка есть немецкая. 1000 литров. Буковка L в виде немецкого. Пробка. Говорят, говорят, там ножик нашли. Ну-ка, давайте в прямом эфире перейдем на ножик. Посмотрим. Вот, кстати, соседний бульдозер. Ложечки всякие копают. Клеймышки. Конский утварь. И вот она говорит. А, ну да. Это одна ручка от ножичка похожа. Там, смотри, это лезвие вот так, что будет? Лезвие побитое железо. Ну, то есть, как все правильно? Ну, то есть, видите, все копатели абстрактно видят свои находки. Смотри, вот. Понятно, что вам... Видишь, вот она. Прорезь. Надо почистить, и ты поймешь. А, ну да. Я же говорю, копатели сразу видят абстрактно свою находку. Вот видите, прорезь, да, сюда складывался ножик. Это в прямом, столько, в прямом эфире столько находок. Ну что ж, смотрим. Короче, все копатели сегодня кайфуют. Для нас как это, знаете, новая черта, новый старт. Там, ну как бы зима была, там снег, все, другие условия. Сейчас я пришел к своему этому копателю, где он там, мне его видно, его сейчас не видно. Вон он, собака там. Собака, короче, где-то там мой копатель верховой. Посмотрим, что он нашел. Пока до него идем, конечно, будем махать катушкой. Поле, ноги я запас сапогами, чтобы на них собирать говномесить, глиномесить, глину будем месить. И тяжести, ну, упражнения для ног такие. Он говорит, что типа сухо и все тут хорошо. Я вам что-то не особо не верю. Идем теперь на поле. Ну вот, пока я до него иду, там, естественно, какую-то медную штучку выкопал. Сейчас показываю, что как бы поле, в принципе, интересно. Здесь перепахивается, дома стояли. Вот какая-то штучка с рисунком подсвечника какого-нибудь. Идем, ищем дальше. Настало время снять находки с поля. Ну-ка, что у вас там? Уважаемый копатель, предъявите ваши находки. Солнышко. Хоп. Крышка от часов. Серебро. Наверное. Медальончик. И сделанный из монеты. Серебряная монета. Зильбер. Пятерка. Так. Еще, короче, куча монет. Вот это, может, серебро. Это, не, не может, а это серебро и есть, крышка от часов. Больше мультика, наверное, да? Целая куча. Так, что там, серебряная монетка, да, какая-то? Наверное. Да не факт. Не факт, ну, короче, какая-то старинка. Ну, в общем, поле тоже так. Молодцы. Забирайте. Забирайте на ход. Что ты хочешь показать? Ну, давайте, давайте. Я тоже нашел... слиток. Хо-хо-хо-хо. Нет, ты подожди, дай мне вот это убери. Короче, смотри. Да, все понятно. Но это, блин. Это какая-то эта статуэтка была, смотрите. Это какой-то этот, помятый, может быть, этот. Рыцарь тевтонский. Больше на женщину похоже, я бы сказал так.
Я как художник, я так вижу. Ладно. Все, больше нечем удивить. Что, походим еще? До завершения сегодняшнего копа. Цезарь с нами. Главный копатель представителей поисковиков бульдозер решил нас контролировать. Короче, с поля уходили. Там, короче, намесили глины. Нифига интересного там все. Идем опять туда к шурфице. И сейчас, короче, верховую находку посмотрим. Но вряд ли, конечно, целая. Ну, давайте испытаем свою удачу. Ну, короче, идем вот по откосам. Там позвонил этим, компания бульдозеристов, они там посуду накопали. Я иду, вон тоже, короче. Кружка, у меня тоже кружка. Да вряд ли целая, вон уже. Какая она может быть целая, но она может быть немецкая. Была кружка. Ладно, не повезло. Ну, конечно, сверху какого нафиг кружка. Ну, значит, друзья, сегодня коп открыли. Немножко под кустами походили. Находки вам себе показал. Ничего особенного такого ничего нет. Там стекло, конечно, интересное. То все мосё, пробка вот у меня. Ну, чисто вообще по кайфу отдохнули. Еще и погода такая теплая. Сейчас только вот самое, знаете. Пусть первый блин будет комом. Ну, он даже, кстати, не комом таким. Вот, сейчас завершаю, наше видео. Всем спасибо, кто меня смотрел. И сейчас проверим еще раз нашу удачу. Потому что я всегда хожу, смотрю под ноги. И вижу всякие непоняшки. Я вижу сейчас опять непоняшка. Опять относится к любителям стекла. Показываем и расходимся. Шел тут что-то под дерево. Вот так вот голову видно, да? Отсюда. Фуфырик торчит. Давайте фуфырик. Понятно. Это, короче, из разряда этих советских 50-граммовок. Ну ладно. А может и нет. Ну, судя по пробке. Ну, все равно прикольно. Ну это эти. Водка была, мне кажется. Но все равно интересно. Так, и на этом завершим наш сегодняшний выход.